О том, как обеспечена готовность к воскресным выборам, доложила председатель территориальной избирательной комиссии Анапска Татьяна Завизион. Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26 состоятся в единый день голосования 8 сентября на избирательных участках номер 0258 0259. Общая численность избирателей 4907 человек. Оба участка расположены в средней школе номер 11 по адресу село Субсех, переулок Парковый, 20. В ходе избирательной кампании зарегистрировано 5 кандидатов в депутаты Совета, выдвинутых отделениями партии. Жалоб, заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства в ТИК не поступало. Меня очень беспокоит предвыборный и выборный день, 7 и 8 сентября. Почему? Потому что вот это спокойствие внешнее, оно может быть обманчивым. И я всех хочу настроить вас на рабочий лад и еще раз за те оставшиеся 5-6 дней, которые остались до самого дня голосования, провести очень серьезную работу. При проведении голосования на выборах будут использовать технические средства подсчета голосов, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Поэтому для дополнительного электроснабжения указанных объектов используют автономные электрогенераторы. Мэр Анапы Сергей Сергеев поручил своему заместителю Алексею Харитонову взять этот вопрос на особый контроль. Председатель ЦИК Татьяна Завизион сообщила, ответственные службы проверили готовность избирательных участков. Выявленные нарушения устранены, оба участка полностью готовы к выборам. Комиссия проинструктирована, экзитпол проинструктирован, что не ближе 50 метров, что как проводить опрос, поэтому мы как бы в этом плане подготовились. Все службы, задействованные в выборах 8 сентября, будут дежурить круглосуточно. Полиция приблизит маршруты патрулирования к избирательным участкам и усилит наряды. Жителям Субсеха необходимо быть бдительными, обращать внимание на бесхозные предметы и в случае их обнаружения звонить 02. А при возникновении чрезвычайных ситуаций можно набирать сотовый единый номер экстренных служб 112. Подводя итоги совбеза, заммэр Олег Остенко доложил Сергею Сергееву. Во время выбора 8 сентября в школе номер 11 для двух избирательных участков будут работать творческие коллективы курорта, а предприятия торговли и общепита обеспечат широкий ассортимент продукции по самым демократичным ценам. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.